Приехали мы в деревню, называется, приехали мы на пару дней, денечка на два, наверное. Целый багажник, сейчас надо все перетаскать. Не знаю, посмотрю, наверное, продукты разберу, покажу, что взяли на пару дней. Кваса захотелось, квас взяла после бани. И еще заехали в Озон, посылку получила. Покажу, что там заказала, там немножко бытовая химия, там что-то для дома. Так что сейчас первым делом нужно все это перетаскать. И уже буду раскладывать и показывать то, что мы взяли. На улице погода просто обалденная, солнышко такое светит. Вообще травка, птички поют классно. Собаку достали, убежала уже она в дом. Кто тут гуляет? Чего, ты рад? Ты рад, что приехал? Все, достала я продукты. Случилось небольшое у нас ЧП. Одна пачка молока у нас вытекла и затопила целый пакет. И в машине тоже там испачкала. Надо сейчас бегом бежать, все будет мыть. Обтерла все продукты. Значит, что я взяла? Взяла из дома пачку фарша. Это фарш из заготовок. Фрикадельки, которые у меня были, они у меня закончились. Хватило их ровно на месяц. Сейчас из этой пачки фарша сделаю фрикадельки, поставлю суп вариться. Суп сегодня буду варить щи с фрикадельками. И будем варить мы в мультиварке. Потому что у плиты стоять неохота на улице. Обалденная погода, солнечная. Сейчас все закинем в мультиварку и пойдем сразу же гулять. Так, здесь привезла из дома шиповник, хочу заварить чай с шиповником, расцвела уже смородина, листочки распустились, заварить в чайник, это все будем пить, очень вкусный чай. Так, здесь набор для шашлыка, вот немножко даже еще молочко, здесь видно не вытерла, сейчас надо будет вытереть. Так, это для шашлыка приправа, шашлык будем делать сегодня из куриного филе, нравится мне и такой шашлык, не обязательно из свинины или из другого мяса делать, из более жирного, из куриного филе тоже получается очень вкусный шашлык, только делаю я его не на шампурах, а на решетке, потому что так он получается более сочный из-за того, что плотно прилегает друг к другу и не горит. Взяли собаки пеленки, здесь их 30 штук, 365 дней фирма, получается не 300 рублей. Лучше покупать, кто тоже пользуется пеленками для животных, лучше покупать их в светофоре, потому что там они выходят дешевле, но нам светофор был не по пути, пришлось взять в ленте. Куриное яйцо 10 штук, может быть испеку пирог. Так, это у нас майонез на маринад. И хотела я пирог испечь из ревня. Все его просто обожают. Самый любимый пирог весенний из ревеня, когда особенно он только сейчас вылезает. Такой он молоденький, нежный. Посмотрю, если он уже все вылез, достаточно стебелечек этот, то может быть сегодня из него и сделаем. Если нет, то надо подождать недельку и буду готовить следующие выходные. Обязательно с вами поделюсь рецептом вкусного пирога из ревеня. Так, это взяли кашу на завтраки, сыр голландский, так, да, сыр голландский, масло сливочное, трубочки я вот такие попросила, конфетки какие-то взяли, это суфле. Так, взяли очень много вафель, потому что кто какие любит вафли, с каким вкусом, все любят разные. Взяли с вареной сгущенкой, с карамелью, сливочные, ореховые, деткам два йогурта, снежок. Затем было два молока, в итоге осталось одно. Так, это мы взяли две сметаны, хлеб, мы приехали утром, хлеб был только-только, видно, выложен. Вообще такой был горячий, хрустящий, но уже пока ехали, конечно же, остыл. Так, квас взяли, 100 лет не пила квас, взяли после бани. Так, в баньку взяли вот такой шампунь Шаума Пушапа, придает объем от самых корней. Бананы, затем лук репчатый, это на суп, томатик на салат, томаты, огурцы, груша красная и это у нас пряники. Вся закупка у меня получилась на 2400. Сейчас нужно быстренько это все разложить, пока не испортилось. И буду ставить суп. И сейчас, наверное, еще сразу же покажу посылку, которую я заказывала, заказ на Озоне. То, что мне пришло. Сейчас еще сразу же покажу эту посылку. Получила я еще посылочку с Озон. Заказывала я для дома, для кухни, точнее, там чистящие, моющие средства. Давайте, наверное, сейчас это все распечатаю из упаковок, потому что очень все хорошо запаковано, не видно, что есть что. И уже покажу все без упаковки, то, что я заказала.
Все, я распечатала посылку, все было очень хорошо упаковано. Заказала деткам нутеллу, шоколадную пасту, на тосты, на блинчик, на оладушки можно будет намазывать, очень вкусно. Также заказала им арахисовую пасту покупаю им постоянно, очень им нравится, любят они ее также на завтрак, на булочку, на тост. Состав отличный, арахис, фундук, сахар и соль, нету больше никаких вредных веществ, только все натуральное. Так, из чистящих, моющих, значит, что я заказала? Чистящее средство для СВЧ, печей, духовых шкафов обязательно вместе с вами все помоем, приберемся, протестируем вот это средство Бриза. Я им ни разу не пользовалась, мне даже самой интересно посмотреть, как оно будет справляться со своей задачей. Давно нахожусь в поисках отличного средства, которое будет справляться с моей варочной поверхностью, точнее чистить ее будет отлично. По отзывам посмотрела на Озоне Хитмен, вот это средство очень рекомендовали, и скребок для керамических поверхностей, тоже вот этот дуэт вместе протестируем и посмотрим, как он будет справляться со своей задачей. Потом хочу помыть сейчас посудомоечную машину, когда приеду домой, запустить ее, почистить. Обычно я заказывала или покупала в магазинах Финиш чистящее средство для посудомоечных машин. Сейчас решила попробовать вот такое Технопойнт. Тоже потом расскажу отзыв по этому средству, как оно мне понравилось или нет. Для уборки в детских комнатах взяла Майн Либо средство для уборки в детских комнатах. И взяла еще вот такое универсальное чистящее средство с ароматом розовых цветов. Я уже его понюхала, пахнет просто обалденно. Очень классный аромат. Думаю, что когда во время уборки будешь им прибираться, будет очень вкусно пахнуть везде, в квартире или в доме. Так что ссылочки постараюсь оставить на весь товар, который я заказала. Кому-то, может быть, тоже будет что-то интересно, перейдете, посмотрите. Все, печка у нас протопилась, вот такие уголечки уже остались. Всегда, когда приезжаем первый день, обязательно топим печь, потому что достаточно влажно в доме, потому что никто не живет. А когда первый день протопишь печь, такая сразу же сухость в доме появляется. А уже следующие дни, которые здесь живем, уже отапливаемся электричеством. Так что сейчас уже будем закрывать трубу. В доме очень тепло, классно. А мы сейчас попьем чайку и побежим на улицу гулять. Попили мы чай, и теперь нужно перед тем, как уйти на улицу заниматься делами, гулять, пересаживать цветы и так далее, нужно поставить обед и замариновать шашлык. Суп я буду варить сегодня в мультиварке, потому что это очень быстро и удобно на даче, не нужно стоять у плиты. Все ингредиенты я уже помыла, порезала, почистила, обжарила лук и морковь на растительном масле в мультиварке на режиме жарко. Закладываю картофель порезанный соломкой. Купили очень свежий, молодой, нежный кочан капусты. Капусту я нашинковала, также сложила в мультиварку. Из специй добавляю соль, перец, горошком и больше ничего добавлять не буду. Накрутила много-много фрикаделек. Фарш я брала из заготовок еды впрок. И заливаем мы все водой, складываем фрикадельки в мультиварку. Остается нам только включить кнопку режим суп, и через час невероятно вкусный свежий суп с молодой капустой сварится. Когда мы придем домой с улицы на обед, нарежем зелень свежую, молодую с грядки, уже вырос лук, и будем все вместе обедать. Следующее, что буду готовить, это нужно замариновать шашлык. Шашлык я уже предварительно порезала без камеры, резала на довольно-таки крупные куски, потому что будем готовить мы на решетке. Готовить шашлык в этот раз будем из куриного филе. И куриное филе я предпочитаю готовить именно на решетке, а не на шампурах. Так получается шашлык более вкусным, нежным, сочным. Куриное филе не успевает засохнуть за счет того, что готовится на решетке.
Рецепт очень простой, проверенный. Готовим практически так всегда в таком маринаде. Это майонез, чайная ложка горчицы, горчица обычная. И кладу также соль по вкусу. И в этот раз добавила еще приправу для шашлыка. Все тщательно перемешиваю и оставляю шашлык мариноваться до вечера. Шашлык я замариновала, теперь нужно накрыть крышкой и оставляю до вечера его мариноваться. И еще перед тем, как мы не ушли на улицу, завариваю очень вкусный ароматный чай с шиповником, с нежными молодыми ароматными листочками черной смородины. Обожаю, когда приезжаем на дачу, всегда заваривать чай с травами, особенно летом, когда их большое разнообразие. Завариваю чай кипятком, накрываем крышкой, полотенцем, оставляем на пару часов, и будет готов вкусный чай. На втором этаже сейчас я нахожусь в доме. Здесь в этой комнате ремонт идет. Решили просто ее сделать USB оббить, и потому что комната все равно будет только использоваться в теплое время года. В холодное время года здесь никто не будет ночевать. Будем ночевать на первом этаже. И думали делить пополам, как вот окна идут, можно пополам разделить было. В итоге решили сделать одну большую комнату. Эта комната будет примерно 40 метров, так что сначала будем здесь вместе жить, детки и мы, а потом, наверное, мы уедем в другую комнату, а им оставим эту. Так что сейчас стоит вопрос, как ее отделывать, в какой цвет ее красить и так далее. Посмотрела в интернете очень много всяких идей, как можно здесь будет все сделать, вот когда крыша вот такая идет, как мансардная, что можно придумать. Уже знаю, как покрасим. То, что хочу, какой ламинат на полу. Вот или ламинат, или линолеум, думаем еще. Но хочу все светленькое. И хочу много элементов таких. Во-первых, что это дача, что-то такое природного охота. Может, какие-то джутовые корзины, плетеные корзины. Посмотрела очень много идей, как сделать детям различные ящики для хранения игрушек. Сами будем все делать своими руками. Хочу также сделать какие-то стеллажи интересные им под игрушки. Это старые окна, надо убирать их отсюда. Вот, так что масса идей, так все охота, но очень медленно все как-то движется у нас. Так что, наверное, даже в этом году ничего доделать, скорее всего, не успеем. Только на следующий год уже сюда переедем, на второй этаж, в эту комнату. Но посмотрим, загадывать не буду, может быть, и получится как можно быстрее сюда переехать. Конечно, очень охота, потому что масса идей, как здесь красиво все сделать. И вот думаю по поводу этих балок. Балки зашивать, наверное, не будем. Хочу сделать здесь, может быть, или светодиодные ленты, или на балке весят даже гамаки. Такие есть подвесные кресла в форме яйца. Посмотрю, ротанговые очень красивые кресла вешаются. Ну, посмотрим, как это все будет на практике. Идей, конечно, масса, охота все это сделать. Так что, такие вот у нас дела здесь. Побежали сейчас на улицу гулять. Отличная погодка. Сейчас открою окошко, покажу вам, как на улице. Хочу открыть окошко. На улочке погода просто обалденная. Птички поют, солнышко светит. Вообще класс. Так красиво речка вот здесь вот бежит, блестит. Кстати, все выходные, когда были на даче, по этому полю бегали зайцы, такие громадные. И потом убежали они вот к этой елке, туда за елку. Наверное, там они где-то живут. Такие они шустрые тут бегали по полю вообще. А сейчас вот здесь, вот где вот внизу насажены сосны с елками, там у нас находится станция. Муж с папой делает, станцию подключает. Не знаю, видно, не видно. Я так их вижу, не знаю, на камеру их видно, не видно. А так вообще классно, природа оживается, такое зелененькое. Обожаю. Весну. Скоро баньку топить будем. Классно на улочке. Намыли деткам фруктов. Тут они рисуют картины какие-то. Принесла, пусть здесь будет, чтобы они видели, чтобы кушать можно. А то если куда-то далеко положишь, так и не съедят. А здесь хоть все скушают.
Ева, что такое рисовали здесь? Что? Какого-то экскаватора, наверное. Экскаватора, да? Черный. Игрушки-то разобрали свои? Да. Это Максим. Да? Контейнеры убрали. Угу. Все понятно. Что, в дубль будем вечером играть? Да. Все вместе, да, поиграем? Мама. А? Вот это вот была карта сокровищ, а вот отсюда надо... Карта вот, сокровищ? Вот это вот надо вот отсюда вот прийти вот в машину, и там вот уже клад. Клад? Здорово. А там цветочек. Цветочек. Чудо. Во что играете? В чудо-машинки. В чудо-машинки играете? Как здорово. Потом мы никогда не играли. Никогда. И Ева в чудо-машинке играет. В смысле? Деда клеща поймал. Пока муж с папой устанавливали станцию, папа успел подцепить клеща, поймали сейчас его в банку с одежды, пересадили. Ползает сейчас в банке. Кто отдыхает сейчас тоже на природе, будьте внимательны, обязательно обрабатывайте одежду, потому что клещей действительно очень много. Такие маленькие вредоносные создания, которые могут привести к такому, таким последствиям. Так что обязательно обрабатывайте одежду. Повезло, что тоже он не впился. Успели его снять сразу же с одежды. Вышли на улицу, занимаемся пересадкой растений, кустарников, цветов. Уже вторые выходные именно этим только и занимаемся, потому что очень сильно разрослось все, нужно рассаживать. А напоследок осталось мне пересадить только примулу. Обожаю эти цветы, они первоцветы, по весне очень радуют глаз после зимних дней. И на эту клумбу хотим еще купить гортензию, только гортензию небольшую, как у нас есть она. Обязательно покажу в следующих видео. У нас огромная гортензия большими шапками, которая цветет. Мы хотим на эту клумбу вдоль дорожки купить гортензию, маленькую кустовую. Очень она нам нравится, особенно когда они растут, эти гортензии вдоль дорожек. Очень красиво смотрится. И сами цветы у гортензии красивые. Поливаем пересаженную примулу, не добавляла никаких удобрений, потому что земля очень здесь хорошая, практически чернозем навозили. И показываю уже конечный результат, как я пересадила цветочки. И дети выпросили сходить на дорогу, покататься на велосипедах, на самокатах. Взяли с собой Миюшку и пошли на дорогу гулять, а детки катались на самокате и на велосипеде. Жарим с мужем шашлыки, поставили, все у нас уже жарится. Родители ушли в баню, потом пойдем мы и будем садиться кушать. Как пожарим, покажу, что у нас получилось. Но запах очень вкусный, думаю, что будут шашлычки очень-очень вкусные. Все, пожарили шашлычки, берем и идем в дом. Все, переложила я шашлык в кастрюльку. Получился он невероятно вкусным, нежным, сочным. Просто идеальная, отличная приправа, мне очень понравилась для шашлыка. И я обожаю готовить шашлык из куриного филе именно на решетке, тогда он получается не сухой и очень вкусный. Я уже попробовала, разломила кусочек, очень вкусно получилось. Так что всем, кто тоже кушает, желаю приятного аппетита. Спасибо всем огромное, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кнопочка сейчас будет на экране. Я вам желаю крепкого здоровья, будьте счастливы. И мы уже увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.